с линией атаки. So you can have any moves. Вы можете иметь любые движения. But the rules are the same. So everybody will have their own rules to do. Ну, у каждого есть свое, как бы, это правило, которое они должны делать. Let's go back to the first one again. What was the first move? Первую фазу. Вернитесь. Come back. Where's the first group? Первая группа. So, what is his role? Какова его роль? Девятый. Дистрибьютор. Дистрибьютор. Доставить мяч. What is his role? Его. Ресивер. Разогнать четверть. Разогнать. Идем опять. Смотрите, смотрите. Да, да. Он может на месте стоять. Не обязательно, там уже его. Забегание сделать. Вот задача тоже точно передачу сделать. Пас, 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 пас. Окей, okay, so 5 ролей. We have distributor. У нас есть правил. Доставщик. Рол. Пассер. Который пасует игрок. We have a playmaker. Вы принимающий решение, как бы. Поддержка. And decoy. Okay, go back again. Сейчас пошли. So what is his job? What is his job? Его роль. Дистрибьютор. Дистрибьютор. Его первый урок. Принять. Поймать пас. Паса. Паса. Его. Принимающий. Принимающий решение. He can be a decoy or a support. So you can be, once you pick up the ball, you just can. Okay, let's try again. Distributor. Настя, последний. Принимающий решение. Поддержка. After he pass. После того, как он пасует. After he pass. He is the penetrator. Penetrator is the one breaking the line. One more time. 3, 2, 1, go. Fix, penetrate, and go. Good. Alright, so now we come out with a move. I need another.